завтра. Ведь завтра же последний день масленичного гуляния, прощенное воскресенье. А в понедельник ты уж полноправным хозяином. А на сегодня... А можно, Масленица, я с тобой тоже повеселюсь? Друзья мои, можно вот этот пост сегодня с нами повеселить? Оставим его на нашем празднике. Ребятки, оставим. Он совсем не злой. Он страшный, но добрый. Друзья мои, что ж за девушка, что это два человека? А ну-ка, бабоньки, родненькие, девоньки, миленькие, красавицы, помогите! Гляньте, ведь двое против сотни! Но зима, ты себе одних ребят красивых выбрала. Все к тебе идут. Ну-ка, ребятушки, помогите зиме матушке. Пусть она еще пару денечков-то с нами останется. Так, так, так. Больше собираем народ. Подождите. Малыши, папы, станьте в первых рядах. Детишки, вот туда, на ту сторону перейдите через канат. На ту сторону. На ту. Вот здесь центр. Кто за весну? По правую руку. Кто за зиму? По левую руку. Эх, друзья мои, ну что, больше никого не найдется? Канат потянуть. Есть мужички ты или нет? Мужчина, в кепочке. Но помогите, без вас никак зимушка не справится. Эх, ослаб нынче мужик правобережный. Совсем не тот, как давеча. Стал только штаны протирает. Эх, мужики, только называются. Одни карманы. Ну что, начнем? Так, а внимание! Кто за зиму, кричите зима. Кто за весну, кричите весна. Внимание! Начали! Глянь, глянь! А ну-ка, помогите, зимушки, мужики, помогите! За сцену не держитесь! За сцену не держитесь! Так, так, вот сюда поближе, поближе! Прихватите там, мужики, прихватите! Внимание, стоп! Стоп, друзья мои! Отойдем подальше от сцены! Отойдем подальше от сцены. Раздвинем ворота пошире. Итак, 1-0 в пользу зимы. Еще, еще. Отдайте нам канат на середину. Подальше, подальше, подальше. Так, десятка. А ну-ка, мужчины правобережные, помогите зимушке. Внимание! Начали! Внимание! 3-4! Начали! Она снежки!
зовут тебя, молодой человек? Как зовут-то, молодой человек? Михаил! Так, номер... Ты Михаилу! Четыре есть, что снял? Номер пять, электрочайник! Бери свой чайник! Оставляй номерок у себя на память! Номер шесть, электроутюг! Аплодисменты! У кого электроутюг? Остался на столбе! А, иди сюда, скорее, скорее! Димка, поднимайся к нам! Так, номер семь кто-нибудь снял? Так, бери вот сэндвич тостер. Если вдруг хочешь фен или еще что-то поменять, можешь поменять. Не, подожди, подожди, сейчас пока только все когда разберут. Так, друзья, друзья, друзья. Ребят, пожалуйста, попрошу вас свои подарки взять вот в руки и показать, что это ваши подарки. В одной руке подарок, в другой номерок. Пожалуйста, покажите свои подарки, чтобы вас сфотографировали, а вам все аплодируют. Друзья мои, вот эти богатыри, они заслужены аплодисментов. И пусть сегодня новый стоп, но они его покорили. Ребят, спасибо вам, аплодисменты. Дорогие друзья, вот такие непослушные дети бывают. Ну что делать, таких детей одних не отпускают. А мы, ребята, сегодня сжигаем чучело масленицы, а вместе с ним все плохое. Пусть оно горит на радость и на счастье всем. Дети отошли все от чучела, отошли на 5 метров. Уважаемые родители, заберите детей, неужели вы не видите, что это опасно? Прощай, наша масленица! В вашем доме и мира над головой. До свидания.